так было, что все, кто подписался на страничку, уже не могли отписаться. И лайкали бы все, кто подписан. Вот за каждые 100 просмотров Инстаграм бы начислял 100 рублей. А девки, которые комментируют всякую херню, сразу бы писали: «Я это пишу, потому что завидую». В директ бы писали только красивые, умные и богатые мужчины. Обязательно с предложением сразу жениться. На фотках бы получаться сразу, без мешков под глазами, без синяков и без прыщей. И в рекламе бы сразу подписывали: «Не покупайте это дерьмо, я это рекламирую просто потому, что мне заплатили за это деньги». И чтобы те, на кого я подписана, фотки выкладывали не чаще одного раза в день. Чтобы комментариев плохих не было, а только какая ты красивая и какие у тебя смешные видосы. А черная маска бы действительно помогала от черных точек. На вулкане действительно можно было бы выиграть деньги. И не спрашивали бы подписчики, что за трек, а сами искали по шазам. А хейтеры сами себя бы добавляли в блог. Девяносто пятый на тысячу. Проезд сколько стоит? 20 рублей. Жарко. Давай закроем окна, включим кондиционер. Душно так. Откройте окно, пожалуйста. Дома газ, тебе что-нибудь купить? Воды. Вот твоя вода. Я заберу все, что ты любишь. Да-да, доктор, продолжайте. Мне говорили, что вы отличный диетолог. Сгорец, ты да, жирное чудовище. Значит так, записывайте. Морковь, свекла и картофель. Ага. Варить или жарить? Копать, копать. Эй, толстый. Итак, будем садиться на диету. Понедельник только рыба, вторник только яблоки, среда только минералка. Доктор, а можно минералку на понедельник перенести, а? Эй, толстый! Алло, Оксан? Ага, ну, в общем, ага, и что? И как ты хотела, ну? Да-д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 а
общем, все, я тебя поняла. Ага, давай, пока. Вот будут у тебя свои дети, поймешь. Ну ты ее еще в задницу поцелуй. Ты руки мыл? Ну хотя бы просто примерь. Мусор выкинь. Нет, я уже не знаю, как с тобой разговаривать. Если он с крыши прыгнет, ты тоже прыгнешь? Шапку одень. Мам. Не мамкой. Ты уроки сделал? Нет, ну мало ли, что ты хочешь. Сдачу вернешь. Я тоже много чего хочу, чтобы в 7 был дома. Ну хорошо, я сейчас тебе это куплю, но это будет мой подарок на день рождения. Ты с друзьями так разговаривай. И в кого ты у меня такой? Готовить? Я обожаю готовить, это просто мое призвание. Я готовлю фрикасе из курицы, пасту болоньез, фуа-гра с артишоком. Окей, Гугл, сколько человек может прожить без еды? Мам, как почистить картошку? Доширак. Способ приготовления. Блять. Алло, Перчини, везите пиццу. Что я буду делать? Вставать пораньше и бегать по утрам. Буду ездить на пляж. Наконец-то приберусь в квартире. Ложиться буду пораньше. И не буду есть после 6. В детстве ты мне говорила, ешь кашу, а то не вырастешь. Я ела. В детстве ты мне говорила, ешь капусту, а то не вырастет грудь. И я ела. В детстве ты мне говорила, не ковыряй в носу, а то сломаешь палец. Палец я не сломала. Так вот, мама, попа тоже не слипой. Мне надоело, что мы в Москве либо на метро, либо на трамвае ездим. Я уже хочу поехать на такси. Говно вопрос, поехали. Давай, Ален, ешь, ешь. Больше сегодня есть не будем, денег нет. Ешь, давай.